24 декабря в Уфе прошла очередная ежегодная церемония вручения премии журнала «Я покупаю». Шопинг года! Сегодня мы проводим ежегодную церемонию, которая называется «Шопинг года». На этой церемонии мы подводим итоги года, поздравляем лучшие компании года, приглашаем наших друзей. Эту премию мы проводим с 2011 года. Было отмечено более 15 компаний, задававших городской стиль жизни и тренды в 2014 году. Блогеры первого уфимского глянцевого портала «Я покупаю» и, конечно же, соредакторы. Голосование за статьи которых проходило весь декабрь на портале. Премия будет вручаться тем людям, которые активно работали с «Я покупаю» все это время. Кто чем-то прославился, кто чем-то знаменит, известен. За какие-то определенные достижения в той или иной области. Радует, что пришло много друзей. Премия проходит уже в преддверии Нового года. Это же опять лишний раз какое-то праздничное уже настроение. И весьма очень достаточно яркое событие. Прекрасным подарком гостям мероприятия стал предпремьерный показ фильма Тимура Бекмамбетова «Елки 1914», действия в котором развиваются ровно 100 лет назад, 24 декабря 1914 года, в канун Рождества. Я хочу поздравить всех читателей журнала «Я покупаю», наших друзей, наших партнеров с наступающим Новым годом и пожелать им счастья, благополучия и гармонии.